К другим темам. Вячеслав Гладков подал документы в избирательную комиссию Белгородской области. Он стал пятым кандидатом на пост губернатора региона. На выборы Вячеслав Гладков идет от «Единой России». Его кандидатуру утвердил президиум Генсовета партии. По областному закону стать кандидатом на должность губернатора может только человек, выдвинутый одной из зарегистрированных политических партий. Важны все-таки не выборы ради выборов, да? Важны решения конкретных вопросов, задач. Человеческое отношение к окружающим, да, к кандидатам, к людям. И тогда все остальное выстраивается в правильную какую-то работу. Убежден, что у нас так и будет. Напомним, на губернаторский пост также претендует Владимир Бельмазов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, координатор Белгородского регионального отделения ЛДПР Евгений Дремов, Юрий Осетров, выдвинутый партией «Справедливая Россия. Патриоты за правду» и Кирилл Скачко от КПРФ. Ранее они все подали документы в избирком. Следующая задача кандидатов – это получить от нас разрешение на открытие счетов, открыть счета и начинать сбор подписей в листах поддержки. Необходимо собрать 111 таких подписей, в том числе 34 – это среди городских депутатов и муниципальных советов. Причем эти парламентарии должны представлять 3/4 муниципалитетов области, то есть не менее 17. Получить поддержку кандидаты должны до 4 августа. В облсберкоме также отметили, что до 9 июля ждут всех, кто примет для себя решение участвовать в избирательной кампании. Напомним, выборы на пост губернатора Белгородской области пройдут в единый день голосования 19 сентября. При этом голосовать можно будет с 17 по 19 сентября.